В Карагандинской области авария на магистральном трубопроводе оставила без тепла жителей Балхаша. В городском акимате пояснили, порыв произошел на участке с истекшим сроком эксплуатации. Коммунальщики проводят ремонтно-восстановительные работы. Порыв планируют устранить в течение дня. Отмечу, что это не первая авария этой зимой. Износ тепловых сетей, по данным местных властей, составляет 80%. Чтобы капитально отремонтировать отопительную систему города, нужно более 5 миллиардов тенге. В прошлом году было выделено 600 миллионов, в текущем свыше 450 миллионов.